друзья, у нас сегодня спецзаказ специально для Олега. Мы записываем сегодня видео «Липецкие страдания». Очередной наигрыш на балалайке. Идет он в родной, скажем так, родной валерной тональности ре-мажор. Вот. Поскольку у нас нижняя струна на балалайке ми, вот, пришлось немного изменить мелодию. Мелодия идет ре, ля, соль, ми, ре. Ре у нас нет струны, да? Вот. Немножко внизу в первой позиции будет измененная, но такая же красивая. Вот. И сделал вариант полный, как бы по мелодии. Вот в верхней тесситуре. Так, ну поехали. Значит, первый вариант. Первый вариант у нас в первой позиции с измененной мелодией. Выглядит так. Разбираемся. Значит так. Мелодию я изменил как? Ре нижнюю перенес наверх и ми наверх. То есть получилось ре, ля, соль, ми, ре, ля, соль, ми, ре, до, си, ля, ми, си, ля, соль. По второй струне. Не си, ля, соль, а именно у нас получается двуголосие. Полное двуголосие. Так, ну что, значит, первый аккорд у нас фа диез ре. Ре, ля, соль, ми. Первую струну мы приглушаем. Помните, да, уже были подобные видео. Си, как бы, да, здесь просто ставим большой палец. А здесь соль, ми. Ми, опять фа, ре, ля, соль, ми. Ми, ре. Можно, кстати, третьим пальцем, а не четвертым. Ми, 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 си, ля, соль. По вторым струнам у нас ведет мелодия. Медленно. А, ми. И вот это у нас крутится. Так, значит, мелодия несложная. Так, ну а теперь поверху, да. Значит... А, вариация необычная. Немножко с акцентировкой на вторую долю. Такое деревенское вариация, непростое. Так, второй вариант. Ре, ля, соль, ми, ре, ля, соль, ми, ре, до, си, ля, ми, си, ля, соль. Ну, вот эти все украшения, можно без них. Ну, так. Так красивее, да? Вторые струны. Ля, ре, си, ля, ре, си, ля, фа диез. Си, а здесь ми, да? Ми. И опять повторяется. В принципе, можно на ля оставлю. Но мне показалось, что так будет поинтересней. Тоже. Такое расслабленное, легкое бряцание, такое деревенское. Ну, еще один вариант тогда покажу. В ми-мажоре, поскольку у нас нижняя струна ми, перенес ее на один тон выше. У нас с ми начинается, поэтому прикрываем первую струну. Еще больше похоже на оригинал. Разбираемся. Прикрываем первую струну. Ми мажор, соль си ми. Фа диез ля. Потом прикрываем опять первую струну. Фа диез ми си ля фа диез ми си ля фа.
си. Тоже та же мелодия, только на тон выше. Дальше. Соль диез, ре, до, ре, до, си. Фа диез, до, си, ля. Скажем так, сегодня засняли три варианта, чтобы больше был похож. Оригинальная тональность, не оригинальная тональность, но зато оригинальный стиль, скажем так. На сегодня пока все. Пока.